В Приморском крае арестован водитель, из-за которого обрушился мост в районе села Осиновка. По решению суда ближайшие 2 месяца он проведет в СИЗО. Авария, напомню, произошла в минувшую пятницу, 26 октября. Максимально допустимый вес для переправы был превышен почти в 1,5 раза. Однако водителя это не остановило. В итоге мост рухнул. Грузовик при этом откатился назад и придавил легковушку. Женщина и ребенок, которые были в иномарке, погибли.